Внимание! Фильм содержит много ненормативной брани. Если ваш ребенок находится перед экраном телевизора, выключите фильм или уведите вашего ребенка в безопасное место. Привет. А как медпункт? Короче, мне кажется, произошло что-то страшное. Пока я сидела в очереди. Ты отлично поработал. Вот твоя доля. Она точно не выкарабкается? Нет. Я основательно смочил это дельце. Дверь точно закрыта? Пока я бежала к тебе, я по памяти нарисовала татуировку. Как думаешь, кто это мог быть? Не знаю, но татуировки в нашей школе бьет всего лишь один человек. Мне бы не очень хотелось с ней связываться. Послушай, разве у нас есть выбор? Сань, привет. Короче, тут такое дело, мне в школе стрелку забили. Блин, малой, ну ёлы-палы, ну тебя жизнь что, вообще что ли ничему не учит, ну? Может, ты приедешь? Значит так, слушай сюда, никто к тебе не приедет. Но парочки приемов я тебя обучить смогу. Короче, слушай, первым делом ты должен изучить морально-психологическое состояние противника. Далее выбираешь атакующую позицию с отбивом конечности врага, последовательно применяя симуляцию, как осознанный способ создать иллюзию победы у подонка. Ну а дальше просто. Обратный крюк рукой, бэкфист, ну и подсечка с разворотом. А главное помни, если их трое или больше, сразу беги. Все-все, я больше не могу разговаривать, нет времени. Давай. Папа, мне не нужны твои деньги! Вот она. Пойдем. Слушай, Нагайна. Чё надо, смертная? Найти этого человека. Да, я знаю, кто это. Тот, кто никогда не представляется. Даже я не знаю, в каком он классе. Но одно я знаю точно. Из школы он уходит ровно в 5. И если вы хотите его найти, вам надо поспешить. Смерть близко. Иди сюда, прыщ! Сейчас будем тебя ебать! Позицию с отбивом конечности. Последовательно применяя симуляцию. Если их трое или больше, обратно круг рукой, ну и подсечка с разворотом. Блин, его нигде нет. Надо поймать его у выхода. Вот он! Вон он! Прыщ! Ты должен изучить морально-психологическое состояние противника. Далее выбираешь атакующую позицию с отбивом конечности врага. Обратный крюк рукой, бэкфист, ну и подсечка с разворотом. Угу. Нихуя! Yeah.